она хулиганка, она такая, а я такой ботаник, я такой вот это, вот это. Для этой постановки пара номер 8 наняла музыкантов, которые лучше всех играют под фанеру группы Five. Петр и Лиана своим танцем пытались показать, как правильно нужно готовиться к ЕГЭ и какой дресс-код лучше соблюдать в образовательных учреждениях. Раритетные шорты я достала. Раритетные. У бабушки, да, 62-го года, я вам честно говорю. Кем бабушка работала? Я боюсь представить, я не знаю. Певица Мадонна – первая любовь Тимура Мухтарова. Он очень обрадовался, когда по жребию им выпал именно ее клип. Танец ребят ничуть не уступает оригиналу. Тимур, знаток Мадонны, нашел несколько туров, где она с этой песней ставит потрясающие танцы. Конечно, это спецэффекты, это декорации, это нереальные костюмы, подтанцовка. Ну вот мы попытались что-то в рамках... Один Майкл Джексон хорошо, а два еще лучше. Решили в паре номер 7 и клонировали образ артиста. Тимур Перцев ради номера даже нарастил локон и до блеска начистил звезду. Это будет настоящий баттл двух Джексонов. Один блондинистый, другой кудрявый. Вот, собственно говоря, как всегда. Если раньше Лиля Закирова ставила латиноамериканские танцы, то в этот раз она учила Дмитрия Захарова танцевать хип-хоп. До нижнего брейка дело так и не дошло. Пара решила остановиться на ча-ча-ча. Я очень хорошо оцениваю навыки Димы, он очень старательный. Он действительно хочет и может и делать все, что я его прошу. Даже топинамбурский бег. Проголосовать за полюбившихся танцоров можно в группе ВКонтакте. Впереди у конкурсантов еще один тур, после которого будет выявлена лучшая танцевальная пара Казани. Алия Гатаулина, Вадим Ларионов, служба новостей «Город».